Деятельность депутатов всегда на виду, ведь в первую очередь депутат – это человек, который работает на благо людей, выступая неким мостиком между властью и жителями. Наши корреспонденты приняли участие в нескольких заседаниях депутатских комиссий и узнали, как строится их работа. Работа районного совета строится в тесном взаимодействии с администрацией района, главами сельских поселений. Это позволяет оперативно решать вопросы, с которыми обращаются жители. В основе работы депутатов одна общая цель – рост качества жизни славянцев. Именно такого мнения придерживается председатель депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи Николай Руднев. Вопрос жилищно-коммунального хозяйства, он один из самых важных в жизнедеятельности городского поселения и других поселений. Это касается каждого из жителей, потому что жилищно-коммунальное хозяйство, а у нас не только жилищно-коммунальное хозяйство, у нас еще и транспорт, у нас связь. Это очень такие обширные сферы деятельности, а это касается каждого жителя нашего района. Рассматривались вопросы газификации, больной вопрос был по счетчикам, может вы помните, и по газовым, и по водяным, вопрос электрификации, дороги, благоустройство населенных пунктов, подключение тепла, работа котельных. Это вот такие основные вопросы, которые рассматривались на нашей комиссии. На повестке дня главный вопрос об организации муниципального контроля за сохранность автомобильных дорог местного значения и обеспечении безопасности дорожного движения на них. Этот вопрос не будет вынесен на сессию районного совета, так как на заседании депутатской комиссии был подведен итог выполнения поручений по этому вопросу, поставленных на предыдущей сессии. Доложил об этом начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ Александр Будяк. Побывала наша съемочная группа и на заседании депутатской комиссии по вопросам аграрной политики, рыбоводства, социального развития села и личных подсобных хозяйств, экологии, охраны окружающей среды и биоресурсов. Заседание провел заместитель председателя Сергей Логошин. Какие актуальные вопросы, которые возникают в ходе жизненной необходимости в сельском хозяйстве, те вопросы решаются и обсуждаются на депутатской комиссии. Выводы делаем, где, допустим, в каких хозяйствах есть что-то, если какое-то хозяйство нужно поехать и подсказать, то управление сельского хозяйства едет, обсуждает, подсказывает, чтобы все сделали вовремя, успешно. Рыбохозяйственный комплекс Славянского района. Вот о чем шла речь на заседании комиссии. Специалист управления сельского хозяйства Светлана Прокопенко рассказала собравшимся об эффективном использовании рыбоводческих объектов. Это профильный вопрос, то есть он также будет решен на заседании депутатской комиссии. Хотелось бы, чтобы рыбная отрасль в нашем районе развивалась, приносила прибыль, приносила рабочие места и при этом, чтобы жители нашего района, кто с этим связан, себя комфортно чувствовали, что у них есть рабочее свое место и есть та отрасль, которая их кормит. Не все вопросы решаются внутри депутатских комиссий. Многие из них в соответствии с положением выносятся на сессии районного совета. Уже там вместе с председателем Григорием Литовкой находятся оптимальные пути решения. Администрация района и районный совет депутатов – это две ветви одной власти, которые работают над решением одних и тех же задач на благо жителей нашего района. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».